В Свердловском зале Кремля состоялось вручение дипломов и почетных знаков лауреатов Государственной премии СССР 1980 года рабочим передовикам Всесоюзного социалистического соревнования. Среди лауреатов, которым вручил почетные награды председатель ВЦСПС Шибаев, машинист экскаватора Иван Леденев, водитель электровоза Геннадий Денисов, металлург Василий Остапов, шелковод Фазилат Кузибаева, звеньевая рисоводческого совхоза Ольга Соколова, чаевод Зураб Урушадзе, шахтер Владимир Девятко. Выразив благодарность от имени награжденных за высокую оценку их труда, Владимир Девятко заявил о решимости с честью выполнить задачи, которые поставит перед советскими тружениками 26-й съезд КПСС.